вот вам Украина, вот вам наша национальная проблема. Я приехал с войны на операцию. В четверг у меня будет операция. 4 месяца я провел на войне, в горячих точках. Паркуюсь возле метро, меня подрезает хуила. С женой, с детьми нагло подрезает, сигналит. Я выхожу, говорю, что вы себя так ведете нагло на дороге? Зачем так себя вести? Он мне говорит, навчись размовляти украинскую мову. Блять, мне башню нахуй просто сорвало. Я говорю, ты, сука, пидор шарю. Где ты была, блядь? Где ты отдавала родине, блядь, свой долг? Что ты сделал для своей страны в эти 4 месяца? Чтобы я просто понимал, с кем я разговариваю. Молчит. Да ну, а что, вот, ничего, говорю, сука. Я приехал неделю с войны, и ты мне, пидорша, будешь это говорить. Вот проблема, которая уже есть. Одни патриоты рассказывают, как мне говорить, на каком языке. А вторые, люди, как я, естественно, озлобленные, когда им что-то говорят, потому что ты, сука, провел под обстрелами в окопах, сука, в такой пизде время, потерял товарища, мог отдать свою жизнь, и тебе будут рассказывать, на каком языке тебе любить свою страну. Вот вам современная украинская проблема. Что вы думаете по этому поводу вообще?